Нетбуки линейки Seashell от Asus можно по праву назвать одним из наиболее красивых в этом сегменте. Модель EPC-1005PE отличается не только привлекательным дизайном, но и рядом других важных параметров, в числе которых и длительная автономность. Но давайте проверим, сможет ли этот компьютер конкурировать с аналогичными моделями по уровню быстродействия. Комплект поставки Asus EPC-1005PE минималистичен. Кроме усиленного аккумулятора и зарядного устройства, в компактной коробке пользователь найдет только документацию. Модель поставляется с предустановленной операционной системой Windows 7 Starter Edition, которая в данный момент оптимально подходит для подобных устройств. Сразу заметно, что разрабатывая этот компьютер, производитель сделал особую ставку на его дизайн. В оформлении нетбука органично совмещены глянцевая и матовая поверхности, а верхняя крышка имеет шероховатое покрытие с едва заметной фактурой. Все внутренние панели сделаны глянцевыми, но такое решение нельзя считать практичным, так как пользователю придется регулярно протирать корпус от отпечатков пальцев, да и появление мелких потертостей весьма вероятно. Нетбук весит 1,27 кг, что вполне приемлемо, учитывая его комплектацию усиленным аккумулятором. Шестиэлементная батарея емкостью 4400 мАч при тестировании в Battery Eater 2005 Pro показала почти 10 часов автономной работы. Столь высокий результат удалось получить во многом благодаря интеллектуальной технологии энергосбережения Asus Super Hybrid Engine. Особенностью компьютера является 10,1-дюймовый широкоформатный дисплей с матовым покрытием. На нем практически незаметны блики, а светодиодная подсветка обеспечивает равномерную яркость изображения. Разрешение матрицы составляет 1024 на 600 пикселей. Над экраном установлен объектив 0,3-мегапиксельной камеры и микрофон. Так как клавиатура расположена в верхней части рабочей панели, динамики установлены в передней грани корпуса. Раскладка нам показалась очень удобной. Большие промежутки между клавишами обеспечивают комфорт при работе с текстами. Крупный мультисенсорный тачпад практически сливается с рабочей панелью. Его выделяет лишь неброская фактура. Управляющие клавиши объединены и имеют хромированное покрытие. В верхних углах рабочей панели установлены две дополнительные клавиши. Одна из них используется для включения нетбука, а вторая применяется для выбора режима энергопотребления. Asus EPC-1005PE работает очень тихо и слабо нагревается. Так как батарея занимает всю площадь задней грани, вывод системы охлаждения расположен в левой части корпуса. Уровень быстродействия нетбука типичен для устройств на обновленной платформе Intel Atom. Здесь реализован процессор Atom N450 с частотой 1,66 ГГц и 1 ГБ оперативной памяти. При необходимости объем ОЗУ может быть удвоен. Стандартная емкость винчестера составляет 250 ГБ, но доступны модификации с накопителями на 160 и 320 ГБ. В целом нетбук работает достаточно быстро, и существенных задержек во время тестирования мы не заметили. В тесте PCMark 05 модель набрала 1272 балла. На боковых гранях Asus EPC-1005PE есть все необходимые порты и разъемы. Слева установлен видеовыход VGA, интерфейс USB 2.0, гнездо зарядного устройства и отверстие замка Kensington. Правая боковина более загружена. В нее встроено еще два интерфейса USB, аудиоразъемы, гнездо сетевого адаптера и картридер, поддерживающий всего два формата – SD и MMC. Беспроводные коммуникации здесь присутствуют в полном объеме. Нетбук оснащен модулями Bluetooth в версии 2.1 с поддержкой EDR и Wi-Fi спецификации 802.11bgn. По итогам тестирования можно сказать, что Asus EPC-1005PE имеет несколько сильных сторон. Новую аппаратную платформу, длительную автономность, матовый дисплей и отличный дизайн. А благодаря привлекательной внешности, компьютер должен понравиться девушкам, которым часто приходится путешествовать и работать вдали от электросети.